Бизнес-центр «Капиталист». Современное огромнейшее здание, там более 12 этажей. Есть своя парковка на шлагбауме по всему периметру здания. Плюс своя парковка внутри под бизнес-центром. Сейчас мы находимся в холле. Здесь, вот видите, такой отпечаток пальцев. Это каждый доступ к помещению можно только через отпечатки пальцев. Само помещение, холл светлый, красивый. Мы находимся сейчас в уборной. Ну, там вот такой мужской туалет, все чисто убирают. Все отлично. Это парковка, и такой вот мы находимся на балкончике, таком перекур, да, такое вот место для поговорить, отдохнуть, подышать свежим воздухом. Очень удобно. То есть, если вы курите, вышли на улицу, подышали свежим воздухом, перекурили и пошли все дальше работать. Всегда везде есть растения, такой зелененький вообще бизнес-центр. На каждом этаже вытяжки, кондиционеры, сигнализация, пожарная охрана. Ну вот, знаете, такой вот добротный, дорогой, качественный бизнес-центр. Специально показываю, какие есть маневры, да, лестница. По этажам, естественно, между ними есть еще лифты. И вот такой, видите, на каждый этаж есть свой чип. То есть вы не можете переходить с этажа на этаж, да, не имея доступа. Сейчас мы зайдем в один из музеев, так называемых компьютеров, где представлены компьютеры там от начала до современных Apple и других примеров. Вот видите, такой вот, как начиналась эволюция компьютеров. Вот такой вот вкратце. Люди могут приходить в любое время, послушать, это абсолютно бесплатно, изучить какой-то материал, может быть, что-то для себя подчеркнуть. Вот такие вот компьютеры были раньше. Сам бизнес-центр охраняется, естественно, охраной, там такая серьезная охрана, всегда на чипах, есть банкоматы, терминал, ну вот так он современненько, уютненько выглядит. Опять же, доступ только через отпечатки пальцев, то есть люди подходят, показывают, когда они пришли. Это очень удобно для руководителей, которые видят, во сколько пришел тот или иной сотрудник. На улице бизнес-центра довольно-таки большое количество скоплений людей, большой трафик, то есть здесь очень людно.